Если вы решили поехать в Иран, а я надеюсь, что вы уже решили, мы хотели бы дать вам несколько полезных советов, чтобы ваше путешествие стало еще более приятным. Наверное, больше всего времени и сил в поездке мы тратим на покупку сувениров, так что сегодня мы хотели бы рассказать о 10 лучших иранских сувенирах. Если вы ищете исключительно иранские сувениры, но при этом не хотите тратить большие суммы, древнее искусство Минакари, вот что я вам посоветую. Разумеется, бывают очень дорогие экземпляры, но всегда можно найти варианты по приемлемой цене. Минакари – это то, что так поразило французского путешественника Жана Шагдана, посетившего Иран в 17 веке. Минакари, или роспись по металлу, чаще всего выполняется поверх меди. Традиционный рисунок включает изображение птиц и цветов на синем фоне. Когда работа уже почти готова, мастер должен внимательно следить, в какой момент доставать изделия из печи. Здесь нет ни четко выверенных часов, ни минут. Как пекарь, который отправляет хлеб в печь и должен на взгляд определять, готов он или нет. Теперь посмотрим на другой промысел иранского базара – хатам, инкрустация по дереву. Чтобы определить хатам хорошего качества, нужно обратить внимание, во-первых, чтобы между элементами рисунка не было зазоров, и во-вторых, чтобы все элементы были приклеены при помощи белого клея, который не портится под воздействием влаги. Около 12 человек трудятся над одним изделием, прежде чем оно попадет на прилавки магазина. Именно поэтому его называют хатам, от слова хатм, что означает завершение, вершина. Керамика, конечно, не исключительно иранское искусство, однако вы можете привезти домой образец керамического изделия, покрытого иранской росписью. Это то, что весь остальной мир называет персидской керамикой. Гончарное дело – очень древнее искусство, а в Иране его история началась еще в 7 тысячелетии до нашей эры. Сегодня лучшие образцы керамики изготавливаются в городе Лаледжин в провинции Хамедан, а организация ЮНЕСКО присвоила этому городу титул мировой столицы керамики. Иранцы также имеют мировую славу как мастера работы по металлу. Вот вам пример. Так что, если вы хотите приобрести на память изделия ручной работы, не проходите мимо. Насколько я знаю, иранцы в древности очень любили все украшать, и методы, которые они использовали, были весьма оригинальными. Это иранское ремесло носит название калямзани. По сути, это гравировка сложных рисунков на металле. Калямзани обычно выполняют по золоту, серебру, меди или латуни. Во многих иранских городах есть прославленные мастера калямзани, но наиболее известен своими мастерами Исфаган. Терме, или вышивка на ткани, это другой вид традиционного иранского искусства, который зародился в период правления династии Сафавидов в 16 веке. Вам будет интересно узнать, что именно на терме впервые появился узор боте, более известный как восточный огурец. Традиционно терме изготавливали вручную из шерсти и шелка, но сегодня все чаще прибегают к машинной вышивке. Многие думают, что терме – исконный исфаганский сувенир. Кто не приходит в магазин, спрашивает, есть ли у вас исфаганское терме. Но искусство терме зародилось не в Исфагане. Вообще-то терме появилось в городе Язд. Там терме шьют, а затем в Исфагане или Шах-Рекорд к нему добавляют местные элементы вышивки, которые называются серме-дузи. Терме, наверное, самая роскошная вышивка из тех, что делают в Иране. Именно поэтому то, что вы можете здесь увидеть, обычно используется на свадьбах. Бирюза – один из традиционных иранских камней. Самая древняя каменоломня, где добывается бирюза, расположена в городе Нишапур. Поэтому, если вы хотите что-то приобрести, что всегда было бы с вами, вы могли бы остановить свой выбор на бирюзе.
Бирюза – один из первых камней, который привлек внимание иранцев. На протяжении 5000 лет в Иране существовало одно из крупнейших месторождений бирюзы. Несмотря на то, что сейчас Иран не лидирует по объемам производства бирюзы по сравнению с другими странами, иранская бирюза отличается особой чистотой. Обычно бирюза довольно мягкий камень, однако бирюза, производимая в Иране, гораздо более твердая. Бирюза из Нишапура более чистая, и в ней почти нет примесей. Возможно, что бирюза из Кермана будет содержать немного примесей меди или других металлов, но в нишапурской бирюзе такого не будет. Теперь посмотрим, что вкусного можно привезти из Ирана. Аджин – смесь сухофруктов и орехов. Орехи и сухофрукты с древних времен входили в рацион иранцев. И если вы их попробовали, то наверняка знаете почему. Смесь знаменитых иранских фисташек, грецких орехов, миндаля, сушеного инжира, кешни и пекленных семечек – вот что составляет основу аджин. Орехи и сухофрукты, наверное, один из самых лучших сувениров, которые можно привезти из Ирана. Сухофрукты и орехи, которые есть в Иране, не сыскать нигде. Шафран – самая дорогая специя в мире. Если вы не знали, то Иран является ее крупнейшим мировым производителем. Для того, чтобы произвести 1 килограмм шафрана, понадобится 450 тысяч цветов, из которых будет отобрано лишь 250 тысяч. Шафран занимает особое место в рационе иранцев. Помимо уникальных лечебных свойств, иранцы ценят шафран за его вкус и аромат и активно используют его в кулинарии. Иран производит более 90% шафрана из 250 тонн, которые производятся во всем мире ежегодно. Благодаря своему вкусу и запаху шафран признан лучшей специей. Если мы хотим составить список из 10 лучших иранских сувениров, то мы не можем не упомянуть знаменитые персидские ковры. Производство ковров в Иране – это не просто бизнес, это сочетание персидского искусства, красоты и роскоши, которые отражают древнюю историю иранской цивилизации. Традиционно ковры ручной работы изготавливаются из овечьей шерсти и окрашиваются натуральными красками. Важнейшими моментами, на которые нужно обращать внимание при выборе ковра, это его рисунок, окрас и текстура, а также то, что иранцы называют раджи – количество узелков на 70 мм. Чем больше будет узелков на определенном отрезке, тем больше будет затрачено цветов, рисунок будет более изящным и тонким, а его изготовление потребует больше времени. Если вы не хотите тратить большие суммы на покупку иранского ковра ручной работы, то существуют и другие альтернативы. Это тонкий тибризский ковер, который называется килим. Обычно его ткут в деревнях. Когда изготавливают килим, мастер не делает эскиз заранее. То есть он просто переносит рисунок из своего воображения или из того, что видит вокруг себя, на ковер. И именно поэтому рисунок килима никогда не повторяется. Если эти узоры и цвета вам пришлись не по вкусу, у вас есть еще и другие варианты. Шерсть, используемая для создания гяббе, придут вручную, а также окрашивают традиционным способом. И опять же, гяббе изготавливают без эскиза. Гяббе – ковер ручной работы, но он значительно меньше в размерах по сравнению с традиционными иранскими коврами ручной работы, а его узоры навеяны жизнью. Добро пожаловать в Иран!